штат Джорджия центром музыки кантри назвать нельзя. Между тем, многие исполнители этого стиля живут именно здесь, за этой дверью. А еще его называют в Северной Америке телевизионным шоуменом и звездой уже забытого теперь шоу. Томми Скотт сейчас почти не выступает. Все-таки ему видеть и то. Но любят, когда его называют полным химическим именем. Доктор Томми Скотт. Никакого отношения ни к клятве Гиппократа, ни к медицинскому шоу. Просто один из видов комедийного искусства. Людей посмешить, себя показать. Конечно, мы продавали бутылочки со всякими снадобьями, змеиное масло там и другие вещи. Но это так, для антуража. У нас, например, не было мельнички для перемалывания сушеных органов и обезьянки, которая бы привлекала толпу. Зато всем нравилась моя шляпа. Мои Канады более 55 лет. Каждый год, с января по ноябрь, на стареньком Линкольне доктор Скотт отправлялся в свои медицинские станции. 350 населенных пунктов в год, без такого рекорда. Полезно от всего, чем страдаешь. Под этим девизом Томми продавал свои знаменитые эликсиры. Уверяет, что все они обладают волшебными качествами. И ни в коем случае не соглашается, что это обычные травяные настойки на спирту. Говорит, и супруга премьер-министра Канады на себе пробовала, и молодой Дэвид Леттерман, и такая же молодая до неузнаваемости Опра Уинфри. И всем помогала от всего. Не считая гастрольного времени, Томми все свои 90 лет провел в маленьком городке Сакоа, кстати, Джорджия. Гостям, которые приезжают сюда впервые, объясняют, что добраться до его дома очень просто. Дорога носит его имя. Правда, табличку никак не повесят. Но заблудиться действительно сложно. Таких китайских теремков больше нигде нет. Даже, наверное, в самом Китае. Народная медицина уходит своими корнями в Китай. И я решил, поскольку я за народные снадобья, пусть у меня будет дом в восточном стиле. Все началось с этих двух скамеек, которые купила жена Томми, Фрэнки. 64 года она была его спутницей жизни, помощницей в работе, а вдобавок к этому певицей, актрисой и танцовщицей. 3 года назад она скончалась, и Томми говорит, что это самая долгая его разлука с женой. За все время, что они были женаты, провели в роте не более 30 дней. В 1940 году, во время одного из таких расставаний, он написал своей Фрэнки песню. «Это лучшее, что ты сочинил», — говорила ему жена. Я написал ее за 10 минут. Она пришла ко мне сразу, целиком. Я тогда ехал в машине, остановился и быстро записал. «Каждый маленький бутон розы напоминает мне о тебе. Каждый маленький лепесток означает, что роза верна. Я бы с удовольствием прошел милю, просто чтобы увидеть твою прелестную улыбку, потому что каждый маленький бутон розы напоминает мне о тебе». Они вместе пели и играли в кино. Томми любит слушать песни, а у него их более 200, чтобы пересматривать эти фильмы. Особенно «Trail of the Fox» – «След ястреба». В этой наивной, по сегодняшней меркам ковбойской истории, рядом с ним еще один верный помощник. Люк Макнюк, разговаривающая игрушка. Он и сейчас рядом со своим хозяином. Люк уже старичок, ему за 70. Но Томми говорит, что он парень хоть куда. В таком возрасте спать в чемодане может далеко не каждая игрушка. А себя он называет последним из магикан. Я единственный настоящий актер медицинского шоу, оставшийся в живых. Есть несколько пародий, шуточных зарисовок, то да сё, про содержание алкоголя в лекарствах, ерунда в общем. Я, наверное, старею, но и через пару лет буду выступать. Не собираюсь останавливаться. Нина Вишнёва, Ефим Маренко, телекомпания RTVI, город Такоа, штат Джорджия.